Иногда, когда у тебя возникают проблемы с накачкой бицепса, и у тебя действительно нет возможности попасть в спортзал, просто накачай его. Но это не большой палец. Большой палец предназначен для бицепса. Это для этого пальца. Гибкость так же важна, как и сама силовая тренировка. Итак, поехали. Втяни его руками, а затем медленно наклоняйся в сторону. Очень мило. А потом с другой стороны. В любом случае, сегодня я чувствую себя очень гибким. Я действительно горжусь собой. Ебать, какой тупого рак полухуй. Сейчас смотрю, блядь. Ебать, копать. Не клешь, это хуйня, я ебать. Я только что вернулся домой с тренировки, так что теперь я делаю то, что делаю всегда. Я делаю маленькие протеиновые напитки. Я беру вишневый сок, мы нарезаем немного банана. Идем и берем весовой белок. Как ты получаешь белок как можно быстрее в кровоток? Ты прав. Маленькие снимки из Австрии. И ты вставил это. Не слишком много. Это будет фантастически. Я бодибилдер, я бодибилдер. Я тренируюсь, хочу быть сильным. Качаю мышцы, качаю силу. Сегодня, завтра еще побухаю. А в понедельник начну качаться. Займусь спортом.